Жесть. Купили себе на мотоблок косилку. Называется пахарь. Косилка роторная навесная. Вот так это все дело выглядит. Погнулась у нас во время доставки лыжа направляющая. Видите, должна быть такая. Она в итоге вот такая вся мятая. Ну да, придется сейчас, наверное, галочку брать, да, и тянуть ее, и бить. Да. Будем отбивать. Причем, мне кажется, это надо сделать сразу, потому что ножи не одели. Да, потом неудобно будет. Да. И вот ножи какие. Ну, какой нож. Ну, как на косилке прям, да. Ну, да, двухсторонний. Угу. Итак, все готово. Вы посмотрите на это произведение искусства. Ну, конечно же, на наш мотоблок ничего не подошло. Это вообще идет косилка на мотоблок Нева. Мы заказывали на свой, но нам прислали все равно на Неву. Потому что шнек, видите, у нас как идет кривой. Видите, как ремень натянут криво. Шнек должен быть вылетать более, ну, сюда. Но мы думаем, мы купим шнек другой, более широкий. И все будет нормально.